Маргарита Кирпичева пишет песни только на свои стихи. И на вопрос, почему она это делает, она скромно отвечает, что для того, чтобы писать на стихи Анны Ахматовой или Марины Цветаевой, нужно быть минимум Бахом или Моцартом. Возникает встречный вопрос, насколько автобиографичны ее песни? Мы задавали этот вопрос в теплой дружеской обстановке, я бы даже сказал, неофициальной, но она оставалась непреклонна. Ну что ж, каждая женщина загадка. Итак, встречайте, Маргарита Кирпичева, песня «Но как я вас люблю». Но как я вас люблю.